Всем привет! Спасибо, что вы интересуетесь моим творчеством и подписываетесь на мой канал. Сейчас я вам хочу предложить рецепт маринованная свиная вырезка. Для маринада мы будем использовать томатную пасту, соевый соус, пол лимона, рафинированное подсолнечное масло, сахар, чеснок, перец. Мы не весь перец будем использовать, а, наверное, вот этот один. И приправы. Паприка, черный перец, пожитник. И это такая приправа, сушеная слива с солью. И соль. Все, начинаем действовать. Сначала мы порежем чеснок и перец. Приступаем. Можно чеснок не резать, а через пресс выдавить. Я не буду убирать семечки, потому что я хочу получить мясо, ну, острое. Если вы не хотите острого, тогда вот эти семечки и вот эти перекладинки надо аккуратненько вырезать. Так, мы порезали чеснок, перец. Теперь выдавим сюда сок пол лимона. Если у вас нет лимона под рукой, можно использовать яблочный уксус. 2 столовые ложки будет вполне уместно. Ну, так как у меня здесь 600 мяса. Так, сюда сахар, приправы, можете добавлять любые свои любимые приправы. Аромат, да? Так, соевый соус. У меня здесь 150 миллилитров. Я добавлю половину. Я добавлю 2 столовые ложки томатной пасты. Так, и добавлю грамм 100 масла. Ну, посмотрите, чтобы консистенция такая была. Вот. Что я не добавила вот еще? Соли. Обычно я готовлю для свинины медово-горчичный маринад. Ну, сегодня делаем такой. Так, соли. И нам надо теперь все хорошо смешать.
у нас получается такой вот маринад. Очень вкусно пахнет. Прямо красота. И начинаем туда помещать наше мясо. Мясо я предварительно помыла, очистила от пленочек. И это очень важно. Так, и начинаем прямо вот активно в маринаде прямо обмазывать. Я оставлю это мясо на ночь, чтобы оно хорошо промариновалось. Но в принципе можно оставить часа три. Но так, чтобы совсем хорошо, желательно на ночь.